Бывший зампред правительства подозревается в получении взятки. В отношении Виталия Ильюшкина Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник подозревается в создании преимуществ при рассмотрении вопроса об избрании кандидата на должность депутата Ивановской областной думы 6-го созыва. Сумма предполагаемой взятки – 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из региональных управлений ФСБ и МВД. Стоит отметить, что подозреваемый не был ни на одном судебном заседании. Надзорный орган пытался изъять в доход государства его автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей, поскольку госслужащий не смог объяснить, где взял деньги на дорогостоящее приобретение. В конце июня Виталий Ильюшкин перестал отвечать на телефонные звонки. Сейчас экс-чиновник объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время по уголовному делу произведены обыски и выемки по месту проживания Ильюшкина и его сожительницы. Наложен арест на принадлежащий подозреваемому автомобиль и снегоболотоход. При поступлении сведений об ином движимом и недвижимом имуществе подозреваемого будет незамедлительно решаться вопрос о наложении на данное имущество ареста.